При Ангаре состоялся 8-й ежегодный фестиваль оздоровительной гимнастики имени Тамары Яхно. Его цель – профилактика преждевременного старения и развитие физической культуры среди людей пенсионного возраста. В этом году соревновательной площадкой стал Ангарский техникум строительных технологий. Туда прибыли около 20 команд. Это представители ветеранских организаций из разных районов Иркутской области. Да, мы готовились 2,5 месяца к этому фестивалю. Я рада, что столько участников, что соревнования проходят именно в нашем городе. И думаю, не в последний раз. Ваше участие, я думаю, что очень активно подтверждает то, что все мероприятия, майские, особенно указы президента нашего российского, будут выполнены, поскольку активность старшего поколения налицо сегодня. В этом году состязание посвящено столетию физкультурного движения. По традиции команда-победитель получает право принимать следующий фестиваль на своей территории. В 9-й раз он пройдет в городе Усть-Илимск.